6 січня – надвечір'я Різдва Христового або Різдвяний святвечір – останній день Різдвяного посту напередодні Різдва Христового. У цей день православні християни особливо готуються до наступаючого свята. Весь день наповнений особливим святковим настроєм. Вранці святвечір після закінчення літургії і наступної за нею вечірньої в центр храму виноситься свічка і священники співають перед нею тропар Різдву Христовому. Вот уже 2016 лет человечество исчисляет это исчисление от дня Рождества Христова. Из года в год весь православный мир торжественно, радуясь, отмечает этот праздник. И не просто по-детски, а с величайшим чувством. Тайна Боговоплощения на земле для человеческого разума это таинственно. Но нам многое и Бог открыл нам понятно, для чего прежде всего Бог стал человеком, чтобы человека обожить. К этому празднику весь православный мир готовился постом. И вот мы уже приблизились к этому дню, и наши сердца уже наполняются радостью, теплотой, любовью. Незмінними персонажами вертепу є Діва Марія, немовля Ісус і майже завжди святий Йосип. Дитятко Ісус зображується лежачим в яслах. Неймовірно казковий вертеп прихожани храму Олександра Невського зможуть побачити своїми очима. Пещера, в якій народився Христос, була холодною. От такими бувають наші серця, але вони розтопляються любов'ю. Якою? Нашою. Друг к другу. И если мы дарим свою любовь своему ближнему, обязательно она вернется к нам. Мы, призваны быть с Богом, должны помнить одно, что Бог нам дарит себя, дарит свою любовь. Бог и есть любовь. Нам его сегодня так ее не достает, к ней мы стремимся, ее мы будем черпать у источника любви. У ясель Богомладенця Христа. Незважаючи на тяжкі часи, в яких перебуває Донбас, служителі християнських церков разом з православними зустрічають Різдво Христове з радістю, надією в краще і вірою в Божу благодать. Глядя на младенца Христа, ми повинні завжди собі напоминати, хто ми по відношенню до Бога. Ми часто читаємо молитву «Отче наш». Бога іменуємо Отцом. А мы, значит, его дети. И вот мы, глядя на ребенка, всегда мы умиляемся душой. Глядя на Богомладенца Христа, родившегося в яслях, мы также умиляться должны сердцем. И пусть то зло, которое сегодня хочет царить, пусть оно уходит подальше, а вместо него будет у нас больше любви, божественной любви, теплоты сердечной, взаимопонимание, которое мы будем и друг к другу испытывать, и дарить ее, я верю и знаю, что будет Бог с нами всегда и никогда нас не покинет, лишь бы мы его не оставляли. Я вас всех сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова. Я также всех жду на богослужении в день Рождества. Православные храмы всегда будут наполнены, как из года в год, и мы все прославим родившегося Богомладенца Христа. С праздником всех!